Добрый день, друзья! Сегодня смотрим обзор цен и предложений на внедорожники японских марок. Обзор с авторынков в Поневежесе и Таураге. В этом обзоре не будет внедорожников марки Nissan, по ним выйдет отдельный ролик через день. Lexus RX 300 2005 года, из Франции, 3 литра бензин, автомат, кожа, цена 5700. Toyota RAV4 из Франции, 2010 года, 2,2 литра дизель, автомат, пробег 226 тысяч, цена 7900. Toyota RAV4 2003 года, тоже из Франции, дизель 2 литра, механика, цена 3100. Довольно глубокие царапины на торпедо с правой стороны. Toyota RAV4 из Латвии, 2007 года, 2,2 дизель, механика, кожа, пробег 224 тысячи,
Цена 6390. Honda CR-V 2005 года. 2,2 литра дизель, механика, кожа, цена 3650. Isuzu Trooper 2002 года. Дизель 3 литра. Механика. Пробег 191 тысяча. Цена 3900. Придается комплект покрышек. Honda CR-V 2015 года, 1,6 дизель, механика, цена 11900. По годам машина свежая, пробег не указан, но сильная потертость руля обычно указывает на большой пробег. Just need some fresh air to breathe. It feels like a movie. Everybody's watching. All eyes
Toyota Land Cruiser из Франции. 2010 года, 3 литра дизель, автомат, кожа, пробег 227 тысяч, цена 20 тысяч евро. Mitsubishi Outlander 2013 года. Гибрид из Голландии, 2 литра бензин-электро, автомат, кожа, пробег 220 тысяч, цена на экспорт 10 900. Toyota RAV4 2012 года. Из Франции, 2,2 литра дизель, механика, цена 8 700. Toyota RAV4 2015 года. Тоже из Франции. 2 литра дизель. Механика. Пробег 65 тысяч. Цена 14 700. Ain't nobody like you.
Toyota RAV4 2009 года. Из Франции, дизель 2,2 литра, автомат, кожа, пробег 105 тысяч, цена 7900. Mazda CX-5 из Франции, 2013 год, 2,2 дизель, механика, цена 10500. Honda CR-V из Франции, 2015 год, 1,6 дизель, автомат, кожа, цена 15300. На этом обзор внедорожников японских марок закончен. Не забывайте, через день выйдет обзор по Nissan. Смотрите нас, пишите комментарии. Если интересно, ставьте лайки. И кто не подписался, подписывайтесь. Всего доброго. До следующего обзора.